Одинцовское подворье одержало победу в номинации «Лучший розничный рынок». Стать первым в стране объекту торговли помог грамотный маркетинг и искренняя забота о покупателях. Первое и главное – это качество товаров. На витринах подворья представлен широкий ассортимент фермерской продукции. Также есть у нас сыр с вяленым томатом, новый сыр, с пожитником, но он у нас бывает всегда. С пожитником мы стали делать молодой такой сыр, который подготавливаем к Новому году, чтобы брали на подарки. Продукция в Одинцовском подворье доступна любым категориям населения. Более того, это первый рынок, на котором для покупателей начала действовать социальная скидка. Мы поддерживаем абсолютно все инициативы. Вот со 2 ноября мы стали первым рынком, где совместно с правительством Московской области начала действовать социальная скидка. Ранее эта социальная скидка действовала только в сетевых магазинах. Лучшими признаны еще два рынка из других городов России. А в номинации «Лучший розничный магазин» в 2020 году победил подмосковный фермер. Он представляет собой цифровой маркетплейс. Это фактически интернет-магазин. Мы фотографируем, мы делаем описание, мы подготавливаем это все. Потому что фермеры умеют доить корову, делать сыр. Но продавать продукцию и доставлять ее согласно требованиям законодательства, правильно, чтобы это было и красиво, для этого нужны другие люди. Собственно, другими людьми стали и мы. Магазин работает всего год, но уже завоевал любовь покупателей качеством продуктов и удобством их приобретения. Подмосковный фермер производит доставку круглосуточно. Здесь тоже действуют социальные скидки, а для пожилых людей во время пандемии доставка бесплатна при любой сумме заказа. Победа в конкурсе «Торговля России-2020» вдохновляет и стимулирует на достижение новых высоких результатов, признаются предприниматели. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».